посетил ваш дом, мои дорогие. Милость Божия, благодать Божия истинная. Мы были сейчас в Пермском крае, присоединяли семью, 11 человек. 11. Такое счастье, такая радость. Я с такой же радостью к вам еду. Присоединять семьи, поправлять крещение. Что может быть для Бога, когда Он оставляет 99 овец, бегит за одной? А тут 5, 9. Это чудеса. И мы там проводили литургию. Какая была литургия, вы не представляете. Там такие Господь чудеса являл. Очень сильные. Вот так, что если милостью Божией вообще все будет добре, мы можем литургию послужить прямо вашему Богу. Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость Иисус, воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные. Когда приедешь и ко мне, прихождав в незлобие сердца моего посреди дома моего, и предлагав пред очима моим обив законопреступную, творящее преступление возненавидев, не припи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающих это искренника, своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем, семье верь, Отче мой, Господи, веруем каждому слову Твоему, и знаем, что без веры Тебе угодить невозможно. Как можем верой? Господи, помоги нашему неверию. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Бог наш, Иисус Христос, ключи Царствия Небесного апостолам Своим вручил, и дав нам им всю власть Своей благодатью, еже вязать и разрешать у человека грехов на земле, то есть сам неизреченно ради милости Своя, да простит и разрешит тебя, и я всесильную Его властью, и святых Его апостолов Петра и Павла и прочих, 2 на 10, Пресвященного нашего, Отца Духовного, Пророка Божия, или Царя Патриарха Зосимы, и всех архиереев Царской империи мне, недостойному архиерею, властью Его данную прощаю и разрешаю тебя, чадо, брат Андрей, чадо Лев, Ева, Вера, Татьяна, от союза клятвенного, от всякого отлучения, малого же и великого, от всякого запрещения, и от всех грехов твоих, все и соединение верных и телу Церкви Христовой, совокупляя божественным тайнам церковным, приобщаю тебя во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесному, Утешителю души истинные, же везде соисся, исполняйся. И когда утерянные документы выписаны на Твое имя найдутся, то Ты незамедлительно предашь их огню и уничтожению, в том числе и ксерокопии. Обещаюсь. Обещаешь ли пребывать в послушании помазаннику Божию, державному патриарху Зосиме и церковному священноначалию, пастырям Русской Православной Церкви Царской Империи? Обещаю уверение всего за Русалом, крест и Евангелие Спасителя моего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Подходим все, начиная с главы семьи. У креста ножки целуем. Евангелие. Святое Евангелие. Аминь. Давай. Слава воссылаем
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и ныне призрено рабов Твоих сих, Андрея, Льва, Евы, Веры, Татьяны, овец словесного стада Христа Твоего сущих, их же избавилась от пленения безбожных врагов, с ними же неведением детским или насильством мучительным, он их прелестный обучив, прохождаша ныне же сподобил, и спасительных Твоих таинств, неосужденного причащения сподобил, и в будущей жизни небесного Твоего царствия, причастниц и причастников покажи, и яко Ты есть Боже наш Бог, еже милости и спасати, Тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков, единородного Твоего Сына послал в мир, спаса избавить и избавителя, якода Твой да взыщет и паки спасет образ, Тебе просим и Тебе молим, прими рабов Твоих всех, Андрея, Льва, Еву, Веру, Татьяну, прибегающих и получивших уба из детства православную веру, я же тебе святым твоим крещением отпадших же от сия младенства ради, или некого иного случая обращающихся же ныне и покаянием и познанием, и к твоей паке притекающей благости, излей на них твоего человеколюбия благоутробия, прими их яко блудного к тебе Богу Отцу обращающихся от жени, от них всяку прелесть и коварство враже, сочини их словесных твоих овец, святому стаду украси их, и ныне славою пресвятаго имени Христа твоего, причастниц, благодеянием явитеся небесного царствия, и Боже и нас подобие, с ними же благодатью и щедротами Христа твоего, с ним же благословенны си, со пресвятыми благими же творящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Богу склоняйся, да. И Духу Твоему. Главы наша Господи вей преклоним. Пока читаю молитву, вот так чуть-чуть, чтобы склонена голова была. Может, вот туда. Голубов не целуем. И Евангелие Святое. Вот здесь, да. Аминь. Бога, Сына наша, спешит. Вера. Аминь. Теперь поворачиваемся на запад и трижды отрицаемся сатаны. Это та молитва, которую мы при крещении каждый давали. Вспоминаем ее. Отрицаюся тебе, сатано, антихриста твоего, гордыни твоей и служению тебе. Поворачиваемся на восток. И сочетоваюся тебе, Христе. Сейчас мы приходим к важному таинству в жизни каждого человека. Это поправление божественного нашего крещения. Соединение и восстановление связи с Господом нашей. Он и так нас не оставляет. Но в полноте мы не можем к Нему прийти, когда мы когда-то подписали эту присягу Антихристу, то есть отречение от Христа. И так добре сейчас нам вернуть это. Господи, подай милость Свою. Может, радугу увидим. Господи. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселися в ны, и чистины всякие скверны, и спаси блаже души наша. Боже Вседержителю, источниче благих, солнце правды, воссиявы сущим в тьме, свет спасения, явлением единородного Твоего Сына и Бога нашего, и даровавы нам недостойным блаженное освящение в животворящем помазании, и же ныне благоволил и си
рабу Твоему, всему Андрею, обратитесь от прелести еретической и познайте Твою истину, и в покаянии прибегнуть к Твоему благоутробию, и соединитесь со святому Твоему избранному стаду, и оставление грехов и уз клятвенным разрешением мною. Разрешением, мною недостойным рабом Твоим даровавы, сам владыка всех царю благоутробне, дары ему печать дара святаго всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение святаго тела и честной крови Христа Твоего, сохрани его в Твоем освящении, утвердив православной вере, измет лукавого и всех козней его, и спасителем Твоим страхом, в чистоте и правде душу его соблюди, якогда во всяком деле и слове благоугождая Тебе, да сын и наследник будет при небесного Твоего царства, якогда ты си Бог наш, Боги же миловать и спасать, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да избудет студа Его же первое, приступив человек всюду на шаша. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да откровенным лицем славу Господню зрит. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да зрит очима свет Святой Троицы, первой доброты образ. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да приеме ушима слышание таинства духовного и Евангелия Христова, яко же рече Христос, имея уши слышать и да слышит, да не приложится ему злое слышание. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да боневает божественных тайн, якогда и той будет мира Христова благоухание и в добровольство спасаемы, да боневает спрадные первые лести. Печать дара Духа Святаго. Аминь. До первого вкуса вторым загрязет сирич телом и кровью Христовою. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да оболкися в броню правды противу художеству вражию станет, яко победитель непобедим. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да будут готовы на простерте, во благотворении и на отгребании всякого зла. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, сподобивай совершенно показать раба Твоего сего Андрея верою правою, я же в Тебе и печатью дара Святаго Духа во святом Твоем и пренебесном помазании. Ты, владыка всех, истинную веру в нем соблюди, воспитай его в правде и истине и всеми дарованиями Твоими украси, яко Ты си Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавление согрешений, покаяние ради от проклятых, от прелестей еретических, к истине Твоей обращение рабу Твоему даровавы, и живот обновления подавы, сам владыка Господи, просвещение лица Твоего в сердце Его, всевати, всегда благоволи щит веры, не наветован от врагов соблюди, нетленную одежду, ею же одейся не скверну и не блазнену, сохрани нерушиму в ней духовную печать, благодатью Твою соблюдая, милости же тому и нам бывая по множеству щедрот Твоих, и яко благословися и прославися пречистое великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Оправдался Иси, осветился Иси, умылся Иси именем Господа нашего Иисуса Христа и архиерейское, и Духом Бога нашего, и руковозложение архиерейское, и помазание
святаго мира приял еси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сам Владыка всех, Царю благоутробни, даруй ему печать дара Духа Святаго, Всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение Святаго Тела и честной крови Христа Твоего, сохрани Его в Твоем освящении, утверди в православной вере, изми от лукавого и всех козней Его, и спасительным Твоим страхом, в чистоте и правде душу Его соблюди, якогда во всяком деле слове благоугождая Тебе, Сын и Наследник будет при небесном Твоего Царстве, якогда Ты еси Бог наш, Бог еже милости и спасати, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Святаго, аминь. Да избудет студа Его же, первее приступив человек, всюду нашаша. Печать дара Духа Святаго, аминь. Да откровенным лицем славу Господню зрит. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Буду помолимся. Господи помилуй, Господи Боже наш, сподобию совершенно показать раба Твоего сия льва, верую праву, я же в Тебе и печатью дара Святаго Духа во святом Твоим и при небесном помазании Ты, Владыка всех, истинную веру в нем соблюди, воспитай его в правде истине, всеми дарованиями Твоими украси, яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Оправдался еси, осветился еси, омылся еси, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего руковозложение архиерейское и помазание святаго мира приял еси во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Твоему избранному стаду и оставление грехов и уст клятвенным разрешением мною недостойным рабом Твоим даровавы, сам Владыка всех Царю благоутробни, даруй ей печать дара Святаго Всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение Святаго Тела и честные крови Христа Твоего, сохрани я в Твоем освящении, утверди в православной вере, изми от лукавого и всех козней Его, и спасительным Твоим страхом, в чистоте и правде душу я соблюди, якогда во всяком деле и слове благоугождая Тебе, дочерь и наследница будет при небесного Твоего Царства, яко Ты еси Бог наш, Бог еже милости и спасати, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да избудет студа Его же первое, приступив человек всюду нашаша. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да откровенным лицем славу Господню зрит. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да зрит очима свет Святые Троицы, первое доброты, образ. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, сподобив совершенно показати рабу Твою сию, верую правую Еву, верую правую я же в Тебе и печатью дара Святаго Духа во святом Твоем пренебесном помазании. Ты, Владыка всех, истинную веру в ней соблюди, воспитай ее в правде истине и всеми дарованиями Твоими украси. Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Оправдалась еси, просветилась еси, омылась еси, именем Господа нашего Иисуса
Христа, Бога нашего, и Духом Бога нашего, руковозложение архиерейские и помазание святаго мира. Приялайся во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благоутробни даруй ей печать дара Святаго Всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение Святаго Тела и честные крови Христа Твоего. Сохрани ее в Твоем освящении, утверди в православной вере и змея лукавого и всех козней его и спасительным Твоим страхом в чистоте и правде душу и я спять дара Духа Святаго. Аминь. Да избудет студа его же первое, приступив человек всюду на шаша. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да откровенным лицем славу Господню зрит. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да зрит очима свет святые Троицы, первые доброты, образ. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да приеме ушима слышание таинства духовного Евангелия Христова, якоже рече Христос, имея и уши слышит и дослышит, да не приложится ей злое слышание. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да обоневает божественных тайн, якоже и той будет в мира Христово благоухание, в добровольство спасаемых, да не обоневает смрадное первое лести. Печать дара Духа Святаго. Аминь. До первого вкуса вторым загородит, сирич телом и кровью Христовою. Твою сию Татьяну верую праву я же в тебе и печатью дара Святаго Духа. Во святом твоем пренебесном помазании ты, владыка всех, истинную веру в ней соблюди, воспитай ее в правде истине и всеми дарованиями твоими украси, яко ты еси Бог наш, и тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веку. Просветилась еси, омылась еси именем Господа, нашего Иисуса Христа, и Духом Всесвятаго Бога нашего, осветилась еси. И руковозложение архиерейское, и помазание святаго мира прияла еси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Утробни, даруй ей печать дара Святаго Всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение Святаго Тела и честные крови Христа Твоего. Сохрани ее в Твоем освящении, утверди православной вере и змея лукавого и всех козней его и спасительным Твоим страхом в чистоте и правде душу ее. Соблюди, якогда во всяком деле и слове благоугождая тебе, дщери наследница будет пренебесного твоего царствия, яко ты еси Бог наш, Бог ежемилости и спасати тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да избудет студа его же первее, приступив человек всюду на шаша. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да откровенным лицем славу Господню зрит. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да зрит очима свет святые Троицы, первые доброты, образ. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да приеме ушима слышание таинства духовного Евангелия Христова, якоже рече Христос, имея уши слышит и дослышит, да не приложится ей злое слышание. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да обоневает божественных тайн, якоже и той будет в мира Христово благоухание и в добровольство спасаемых, да не обоневает смрадное первое лести. Печать дара Духа Святаго. Аминь. До первого вкуса вторым загородит, сирич телом и кровью Христовою. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Да балки и собранию правды против художеству вражью станет, яко победитель непобедим.
печать дара Духа Святаго. Аминь. Да будут готовы на простерте благотворение и на отгребание всякого зла. Господу помолимся. Господи, Боже наш, сподобим совершенно показать и рабу Твою сию веру, верою правою, я же в Тебе, и печатью дара Святаго Духа во святом Твоем пренебесном помазании. Ты, Владыка всех, истинную веру в ней соблюди, воспитай ее в правде и истине, всеми дарованиями Твоими украси, и яко Ты си Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавление согрешений, покаяние ради прелести еретических, как истине Твоей обращения, рабе Твоей даровавы, и живот обновления подавы, сам, Владыка Господи, просвещение лица Твоего, в сердце я, в сивате всегда благоволи, щит веры я. Не наветан от врагов соблюди, ни тлей, ни одежду, ею же одеешься, ни скверную, ни блазенную сохрани, нерушимую в ней духовную печать благодатью Твоей соблюдая, милости же Той и нам бывая, по множеству щедро Твой, яко благословися и прославися пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Оправдалась Иси, просветилась Иси, омылась Иси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И руковозложение архиерейское и помазание Святаго Мира прияла Иси во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогой собратья, правая рука сверху во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю, мой дорогой собратья. Аминь. Поздравляю вас от всего сердца. Слава силе Твоей, Господи, слава Тебе! Да возрадуется сердце мое о спасе моем и Бозе моем. На следующий день после чтения Евангелия были установлены мобильные престолы и совершено таинство исповедания и причастия. Благословение Господне на вас, Твоя благодать, и щедро Твоя человеколюбие, всегда ныне пресне во веки веков. Аминь. Вот сегодня доброе Евангелие было, столько осветилось в них, но самая концовка, видели, какая? Что взялся за орала, не оглядывайся назад. Все, у нас одна дорога за Богом, за Господом нашим Иисусом Христом. А наша дорога освящена, понимаете, если мы сами поперли вот так вот, как эти... А у нас вот наш светильничек. Вот, понимаете, нам уже Господь подал помазанника. И мы за этим светильником и должны идти, мои дорогие. Вот, у нас большой шанс дойти до финиша. А финиш нас один у всех. Царствие небесное. Благоденственное мирное житие устрою Божие пророку Божию Илии, благочестивейшему, самодержавнейшему, православному, богохранимому и христолюбивому царю-патриарху нашему Зосимы, благоверному всея Руси самодержцу, и сохрани его на многое лето. На Агарин нечестивый ополчился Иси войско русское на ханство Казанское направил Иси. Святые благоверные царю Иоанне, моли Бога нас, попечение изрядное и любовь евангельскую к верным людям Твоим показалось и преславне царю Иоанне, егда на Агарин нечестивый ополчился Иси войско русское на ханство Казанское направилось и святые благоверные царю Иоанне, моли Святая, Пресвятая Богородице, спаси нас, непобедимая победу, святые ангелы, херувимы, серафимы и архангелы,
молите Бога о нас. Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас, непобедимая победу. Святые ангелы, херувимы, серафимы и архангелы, молите Бога о нас. Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас, непобедимая. Если кто-то из вас думает, что он что-то знает, он ничего, ничего же не знает. Но мы же все знаем, правильно? Но я так все равно, как вы все знаете, напомню, как знающим, что крестимся мы очень добре. Не спешим. У нас у всех есть мышечная память. Мы, может, где-то неправильно крестились, но мы же все стараемся изучать. Вот эти вот, если вот мы вот уже вот так вот берем и оторвали руку от лба, и пошло, уже это не крещение. Уже, Господь, вы не обновляете ни состав крови свой, ни часо же. Доброго вы не делаете, но бесов радуете. Тут они вот так вот прямо. Ручка у нас параллельно телу падает вниз просто. Она падает со лба просто вниз до пупа. Упала и поднялась ровненько. Оп, и все. Многие вот так вот делают. Ну, это уже тут и так добре, и так добре. Я вот просто вот так упала. И ровненько, параллельно. Параллельно здесь линия, параллельно здесь линия. От плеча к плечу. Вот это вот всегда вот так вот добре делать крестное знамение. Низкий поклон вам. Спасибо, Господи, за веру. Терпение и надежду. Вот. И упование на Господа нашего Иисуса Христа. Молимся за помазанника Божия, о Его скорейшем высвобождении от этих вражеских антихристовых уз. Вот. Да укрепит вас всех Господь и нас в том числе.